За окном зима, а в душе новогоднее настроение. Хочу поделиться с вами рецептом простого, но невероятно вкусного шоколадного кекса. Он идеально подойдет как для праздничного стола, так и для чаепития с друзьями. А поможет нам в этом миксер Galaxy. Нам понадобятся простые ингредиенты, которые есть в каждом доме. Бывает тростниковый сахар, 2 яйца. Добавляем масло, муку и какао. Шоколадный натираем на терке, а нарезаем небольшими кусочками. Высыпаем все в тесто и перемешиваем. В смазанную маслом форму поливаем тесто. Помещаем наш кекс в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут. Наш ароматный шоколадный кекс готов. Приятного аппетита! Пусть Новый год принесет вам множество свежих кулинарных идей, а техника Galaxy вам в этом поможет.